Хорошо, давайте начнем снова с параграфа 257, и Максим Павлович расскажет нам, что не так. 192, 191 страница. Это раздел 9 «По ту сторону добра и зла», который начинается с вопроса «Что благородно?». Всякое возвышение типа «человек» было до сих пор и будет всегда делом аристократического общества. Общество, которое верит в длинную лестницу рангов и равноценность людей, и которому в некотором смысле нужно рабство. Достаточно. Так как любой дух начинает с верблюда, любой дух нагружается ценностями, которые он не создавал. И эти ценности либо подталкивают его к движению вперед, либо пытаются остановить. Аристократическое общество, как говорит здесь Ницше, а понятно, что ценности – это в данном случае всегда коллективные ценности, то есть общественные ценности. Аристократическое общество, как говорит Ницше, всегда было и всегда будет возвышать человека. Или пытаться возвышать именно тип человека. То есть не каждого отдельного, а в целом. Вы хотите сказать что-то против этого? Вслед за Ницше просто появилось еще много людей, которые пытаются буквально все эти идеи воспринять, пытаются построить модели аристократического общества, аристократического политического, то есть придумать такую модель политическую, в рамках которой будет аристократия и будет, значит... Народ. Да, отребье, условно говоря. Но, как мне кажется, для Ницше все-таки... Смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите аристократия духа, и потому избранный народ против отребья, но избранный народ – это не политический избранный народ. Да, и вы как бы удаляете их от политического общества. Ну да, да. Вот это, как это так? Это как мне понимается, это некая естественная иерархия, которая может быть в любом обществе, но, как, ну в смысле, естественно, я имею в виду вне институтов. То есть это вот то, что организуется само по себе. И оно вне конкретно вот этого политического строя. Оно может быть в любом политическом строе и должно быть в любом политическом строе. Мы уже говорили с вами, что нет идеала политического строя, потому что каждый политический строй зависит от времени. В этом смысле, естественно, строй все время должен меняться. И в этом смысле, естественно, над этим политическим строем должен стоять подлинный строй, который никогда не меняется. И этот подлинный строй аристократический. Избранный народ вверху, отребье внизу. Но избранный представитель избранного народа не может быть политическим деятелем и не может служить государству. Потому что тогда он перестанет быть представителем избранного народа. Да. Тут есть противоречие. Вам не кажется в том, что каждый политический строй зависит от условий, но есть над ним строй аристократический, который никто не имеет? А нет, здесь нет противоречия. Это та проблема, которую ставит сократическая философия с самого начала. Естественная иерархия людей против общественной иерархии людей. Они не могут совпадать. И не совпадают, и никогда не совпадали. Это возведение в догму сократической философии. Нет, почему? Я бы сказал, что это возведение в догму естественного порядка. Но проблема в том, что... Или естественной иерархии. Но проблема в том, что сама природа для Ницше – это проблема. Как мы уже говорили. Почему? То есть нет никакой... На самом деле нет никакой естественной иерархии, потому что нет никакой природы. Вернее, мы же слышали от Ницше, что у природы есть одно общее свойство с жизнью. Какое? Нет. Несправедливость. Правильно. И эта несправедливость, естественно, диктует неравенство. Это еще один пробел, который вы должны постараться заполнить, или последователи Ницше должны, ну не последователи, там следующие за Ницше, должны постараться восполнить самостоятельно. То есть ответить на вопрос, как природный порядок, природное неравенство может сочетаться с тем фактом, что самой природы не существует. Или природы человека не существует. Или по-другому, что человек – это абсолютно свободный проект. Что он ни к чему не привязан. С одной стороны, понятное дело, надо сказать, что хотя человек ни к чему не привязан, и он свободный проект, опыт подсказывает нам, как и говорит здесь Ницше, что только неравенство является основанием для возможности воплощения этого проекта. С другой стороны, Ницше же не предлагает нам победить неравенство. Хотя, по идее, может это сделать. Он предлагает его возглавить. Ну, это понятно. Для древнего философа, для классического античного философа в этом вообще нет никаких проблем. Естественный порядок нерушим, его нельзя сдвинуть. Естественная иерархия людей не может быть изменена, с ней ничего нельзя сделать. Для Ницше с ней можно сделать все, что угодно. Не является... Вот это хорошее. Это то, почему Заратустра спускается второй раз.
Ученики Ницше думают, что если человек – это свободный проект, то пик вот этой иерархии, о которой он говорит, может быть доступен для каждого. И получается, что они говорят о равенстве. Ну, это логично. Ну, если следовать логике первой книжки, то только Заратустра пишет своего второго, то да, это логично. Человек как проект, значит, его можно сделать, значит, всех людей можно сделать правдой. Или, по крайней мере, разными в смысле равенства, да? То есть ты особенный, я особенный, мы все особенные. Да, равенство в разности, радость в равенстве. Угу. Давайте продолжим. Без пафоса дистанции, порождаемого воплощенным различием состой. Остановитесь, пожалуйста. Вы понимаете, что такое пафос дистанции? Что такое пафос? В переводе? Да, конечно. Страсть? Чувство. Без чувства дистанции. Без чувства дистанции, порождаемого воплощенным различием сословий, привычкой господствующей касты смотреть испытующей свысока на подданных, служащих ей орудием и столь же постоянным упражнением ее повиновения и повелевания, порабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии, совершенно не мог бы вырасти и другой, более таинственный пафос. Остановитесь. Теперь вы понимаете, почему с точки зрения Ницше равенство невозможно? Потому что кто-то работает. Что-то... Перспективизм. Вы не можете оценить себя вне других. Вам нужны другие для того, чтобы оценить себя. Иными словами, чтобы вы сказали, я хороший, вам нужен плохой. Или я плохой, мне нужен. Да. Ну, естественно, чаще всего, да. И только в такой ситуации может возникнуть всякая оценка в ситуации неравенства. Хотя человек – это свободный проект, невозможно достичь всеобщего равенства, потому что при всеобщем равенстве невозможен перспективизм. Вы говорите, я создаю нечто новое, этим я отделяю себя от других. Но вы не можете сказать, отделяю себя от других, вы можете только сказать, этим я делаюсь лучше других. Оценка есть мера всех вещей, и каждая вещь существует, если она существует в рамках только когда она существует в рамках оценки. И человек существует в рамках оценки. Иными словами, вы существуете только потому, что вы в состоянии отделить себя от других фразой «я хороший» или «я плохой». Но если это необходимо, то это то автоматически становится необходимым неравенство людей. Потому что как только говорите «я хороший», «он плохой», что происходит? Появляется иерархия. Это иерархия только в ваших глазах. Это иерархия только в ваших глазах, конечно. А, другого будет другая иерархия. Да. Да, и здесь вступает следующий шаг, о котором мы говорили, более к власти. Вы должны заставить другого признать, что так оно и есть. Вы представьте себе господина, который говорит, я вижу тебя, мой раб, как раба. А раб такой говорит, нет, я вижу тебя, как моего раба. Что в этот момент происходит? Нет, в этот момент происходит воля к власти. Типа, а ну-ка давай сравним. Да. Так это же и есть проверка. Это же и есть воля к власти. Сократу удалось убедить господина, что то, что господин считает главным, не главное. И надо считать то, что главным считает сам Сократ. Это и есть первый шаг рабской морали. А зачем убеждать кого-то в том, что ты господин, если все зависит от интерпретации? Еще раз, вы забываете все время к интерпретации добавлять волю к власти. Так воля к власти – это такая универсальная вещь, которая… Воля к власти универсальна. А что? Воля к власти – это такая универсальная отмычка. Если мы хоть раз опускаем волю к власти, то мы получаем, что… А вы не поверите, Ницше сначала скажет «жизнь есть воля к власти», а потом скажет «все есть воля к власти». Воля к власти – это одна из фундаментальных посылок философии Ницше, и без нее философия Ницше невозможна. Да, Максим Павлович, вы хотели что-то сказать? Да, у меня появилась попытка рассказать философию Ницше в трех предложениях. Это тезисы, да. Первое – это не существует истины, не существует истинных ценностей, существует только интерпретация людей этих ценностей. Второе – существует воля к власти, и все люди, так или иначе, создавая ценности, пытаются эти ценности навязать. Интерпретируя мир, да. И третье, я Ницше, у меня вот такие ценности, у меня такое представление о том, как должно быть и как я хочу. И по моей воле власти, я хочу, чтобы они начали доминировать. Вы правы, но давайте я вас поправлю, совсем чуть-чуть. Да. Значит, во-первых, именно поэтому Ницше философ, и он пытается вообще всему миру, не только отдельным личностям, маме своей и сестре, а всему миру навязать свою волю власти. Это и есть свойство философа.
А во-вторых, самое важное, что его учение, мы уже читали этот отрывок, подразумевает, что, а, оно будет опровергнуто, и, б, когда оно будет опровергнуто, оно будет подтверждено. Ну, а если оно будет опровергнуто, то оно будет опровергнуто в силу того, что, значит... У кого-то оказалось больше воли к власти, да? Да. Тогда оно будет подтверждено, тогда оно окажется лучше, чем то, что... Нет, идея в том, что оно продолжит вмещать в себя все остальные учения. То есть вы можете с ницшанской точки зрения увидеть, как одно учение не ницшанское... Как худшее может вместить лучшее. Что? Как худшее может вместить лучшее. Нет, вы правы, конечно, в этом смысле амбиции Ницше такие же, как амбиции Сократа. Его учение будет вмещать в себя другие учения. Вы правы, лучшее вмещает в себя худшее. Так, по идее, учение, которое опровергнет учение Ницше, лучше. А он вот утверждает, значит, учение Ницше лучше. Да, по идее. Но здесь надо говорить о другом моменте, как мне кажется. Смотрите, в какой-то момент христианское учение победило учение эллинизма. Значит, его воля к власти оказалась больше? Да. Является ли оно от этого лучше, чем учение греков? Нет. Значит, воля к власти – это неизмеритель. Как он учил многие положения? Нет. Учение стоиков, неоплатоников, эпикурейцев, да, но не тех греков, о которых Ницше мечтает, да? Не совсем тех греков, о которых мы думаем. Так вот, получается, что как бы победило-то оно, и воля к власти как бы у него больше, но это не делает его лучше. Снова, перспективизм заставляет нас сделать шаг назад и сказать, побеждать может то или иное учение. Вопрос, какое из них делает человека лучше, а какое делает человека хуже. Можно ли сказать, что христианство отнимает людей волю к власти? Конечно. Потому что христианство, как мораль рабов, у них никогда нет никакой воли к власти. И, естественно, они хотят воевать с теми, у кого она есть. Аристократы. Да, именно поэтому я говорил вам, что побеждает-то христианство не благодаря аристократам, не благодаря толпе, не благодаря отребью, а благодаря аристократам, которые перешли на его сторону, которых оно нашло в своих союзников. Здесь встает более важный вопрос. В этом смысле, например, Ницше называет, я говорил уже об этом, называет Корнелия фальшивым монетчиком духа. Потому что если вы откроете Корнелия, Корнелий скажет, смотрите, might is right, сила есть право. Были бизоны, пришли пикты. Были пикты, пришли кельты. Были кельты, пришли англосаксы. Это все здорово и хорошо. Это и есть все прогресс. Потому что у каждого следующего силы больше, чем у предыдущего. Только так он и побеждает. Ницше говорит, нет, такого быть не может. Потому что тогда прогресс – это прямая стрела. Он все время движется вверх. Ницше же понимает вслед за Фукидидом, что прогресс и регресс, и деградация никак не связаны между собой. То есть одно может следовать прямо за другим. И одно может быть бесконечным. Ну, бесконечным в смысле до конца человечества. Тот факт, что одно сменяет другое и побеждает другое, ничего не говорит о том, стало ли лучше человеку и отдельному индивиду, или стало хуже. То есть действительно может быть гигантский размер воли к власти, но эта воля к власти будет направлена на то, чтобы сделать человека слабее. Давайте мы скажем по-другому. Представьте себе любое другое учение до Ницше. Оно является догматическим. Мы говорим истину раз и навсегда. И если кто-то нас опровергает, что происходит с нашим учением, оно полностью растворяется, оно гибнет. Ницше пытается создать недогматическое учение, которое говорит о том, что он не нашел истину раз и навсегда, что он предлагает интерпретацию. И значит, что тот, кто предложит лучшую интерпретацию, будет лучше. Но он предложил догму в лице воли к власти. Вы можете так сказать, но это не так. Вы поднимитесь выше. Если кто-то сможет в конце найти концепт лучше, чем воля к власти, тот и победил. Да, то есть не в лице воли к власти, а в лице интерпретации. Ницше предложил догму, смертельную истину, что все есть интерпретация. Уберите волю к власти, замените на слово интерпретацию, и у вас не будет этой проблемы больше. Все есть интерпретация. Учение Ницше есть интерпретация. Учение, которое заменит учение Ницше, тоже есть интерпретация. Учение Ницше скажет, что оно было заменено только потому, что воля к власти у другого учения было выше. Да, то есть, что интерпретация оказалась лучше. Да, и в итоге учение Ницше все равно выставляется в себе. Давайте, мы снова уходим прочь. Времени нет.
Я обещал вам, что мы прочтем хотя бы начало этой книги, а, видимо, уже... Просто чем больше Ницше мы изучаем, тем больше вопросов... Вопрос, естественно, так это хорошо. Вот. Пишите мне на почту, если у вас есть, возникают какие-то вопросы. Да, но если вдруг задним числом возникают, я вот умный задним числом всегда. Без пафоса дистанции. Без пафоса дистанции порождаем воплощенным различные сословия. Привычки господствующей касты смотреть испытующие и свысока на подданных служащих ей орудием и столь же постоянным упражнением в ее повиновении и повелевании, в порабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии, совершенно не мог бы вырасти и другой более таинственный пафос. Стремление к увеличению дистанции в самой душе, достижение все более возвышенных, более редких, более отдаленных, более напряженных и широких состояний. Словом, не могло бы иметь место именно возвышение типа человек, продолжающееся самоопределение человека. Если употреблять моральную формулу в сверхморальном смысле. Вы видите, как Ницше отмежевывается от всякой политики здесь. Речь идет только... То есть политическое – это в лучшем случае фон для роста личности. Ницше говорит только об индивидуальном, не о коллективном. Конечно, не следует поддаваться гуманитарным обманам насчет истории возникновения аристократического общества, то есть предусловия этого возвышения типа человек. Истинно сурово. Скажем же беспощадно о том, как начиналась до сих пор всякая высшая культура на Земле. Люди, еще естественные по натуре, варвары в своем ужасном смысле слова. Да, в самом ужасном смысле слова. Но естественные по натуре, вы понимаете теперь, о чем идет речь, потому что вы знаете, что такое природа. Или свойства природы. Хищные люди, обладающие еще не надломленной силой воли и жаждой власти. Давайте я закину вас вперед и сразу скажу, что Антихрист, первый параграф Антихриста начинается именно с этого. Мы природа, мы как природа. Бросались на более слабые, более цивилизованные, более миролюбивые расы, быть может, занимавшиеся торговлей или скотоводством, или на старые, одрехлевшие культуры, остатки жизненной силы, которые сгорали в ослепительных фейерверках духа и порчи. Декаданса. Каста знатных в начале всегда была кастой варваров. Превосходство ее заключалось прежде всего не в физической силе, а в душевной. Это были более цельные люди, что на всякой ступени развития означает также и более цельные звери. Более цельные в смысле более единые с природой, не отделившие себя планическим. Еще. Вспомните отрывок из фильма «Конан», когда, значит, китаец спрашивает Конана, что самое лучшее в жизни. Ну вот, видите, я уже настолько старый, что я помню, а вы нет. Можете посмотреть отрывочек хороший. Возвращаемся назад к Заратустре. Можно вопрос? Конечно. Все-таки по политическим. Почему Ницше не является платонистом с точки зрения строения общества? Государство. То есть вот идеал. Идеал Платона это не идеал Ницше. Или да. Идеал Ницше. Нет, у Ницше антиидеалист, поэтому идеалов быть не может. Ну да, но вот чем государство Платона не устраивает? Вы об этом говорили, я не до конца понял эту мысль. Чем государство Платона не устраивает Ницше? Я помню ответ. Ницше, когда государство Платона предполагает случайных философов, которые возникают по воле случая, а Ницше выступает за то, чтобы нивелировать случай и как бы, ну, выращивать философов. Это один из аргументов, который вам не нравится. Добавка государства. Нет. Есть много причин. Номер один. Государство Платона – это идеал. То есть Платон описывает, как должно быть. Ницше считает, что идеалов больше не существует, потому что Бог умер и вечности нет. Все идеалы были вечными, то есть это раз и навсегда установленная истина. Она убивает креативность. Никакой раз и навсегда установленной истины быть не может. Поэтому никакое государство не может быть идеальным. Первый аргумент. Второй аргумент. Кто такие философы в идеальном государстве Платона? Кто они? Ну, сначала стражи, потом... Цари. Ну, стражи как раз-таки никакие не философы, ну, да? Ну, они Платон вам обещает это, но есть огромное количество аргументов, которые показывают, что Сократ вас обманывает. Но это не важно. Это цари-философы. Они управляют государством? Если они управляют государством, тогда что получается? Они служат государству. И Сократ знает, что этого не может быть. Ведь помните, он говорит, понятное дело, что ни один философ никогда не захочет править, и, следовательно, его нужно будет заставить править. И Ницше говорит вам о хладном кумире, о новом кумире.
что подчиняться государству — это значит подчиняться ценностям, которые ты не создал. Более того, подчиняться государству — это значит подчиняться коллективу, подчиняться более худшему. Это невозможно. Именно поэтому утопия Платона — утопия в кавычках, потому что если вы прочли внимательно государство, вы знаете, что Сократ всем говорит, что это невозможно, что это неосуществимо, в принципе неосуществимо. То есть Сократ хочет показать Фрасимаху, что на самом деле попытка совместить естественную и общественную иерархию невыполнима. Уже такой умудренный Сократ, не Сократ из Апологии, когда он там в Периклу идет, а уже понявший это Сократ объясняет молодому Фрасимаху, что нет. Ницше же вам прямо говорит: нет, вот эти три причины, плюс названная Михаилом Владимировичем, дает нам понять, что у Ницше не может, нет и не может быть утопии, и что это даже примерное желательное государство, если вы такое можете назвать в кавычках, то есть аристократическое общество, никак не связано с избранным народом. Избранный народ – это не политический народ. Вот как-то так. Лучше стало? Или у вас еще все еще есть вопросы? Нет, наоборот, у меня это настолько прям соответствует тому, что... Тому, что вы думали, я говорил. Да, да. Ну, то, о чем я и говорил, почему Ницше не политический аристократ, а больше. Давайте дальше. «Путь будет человека избавлен от мести. Это для меня мост крыши надежды и радуга после долгих гроз». Угу. Смотрите, Заратустра говорит это своим ученикам. Их воля должна избавить человека от мести. Это нормально. Ваша воля должна создать сверхчеловека, ваша воля должна вас освободить и так далее, и так далее, и так далее. Но в главе об избавлении Заратустра вдруг скажет страшное. Помните, что он скажет в главе об избавлении? «Я учил вас, — скажет Заратустра, — что воля – это освободительница, но я солгал вам. Есть то, чего не может даже воля. Воля не может валить вспять». И так станет проблема времени. Месть – это всегда месть по отношению к прошлому. Воля не может изменить прошлое. Поэтому здесь и сейчас Заратустра еще не говорит, как можно победить месть. Он еще не знает, как может победить месть. Он еще не знает, что воля ограничена. Он узнает об этом позднее в ходе второй книги. Угу. Но другого, конечно, хотят тарантулы. Для нас справедливость именно в том, чтобы мир наполнился грозами нашего мщения. Так говорят они между собой. Мщению и поруганию хотим мы предать всех, кто не подобен нам. Такой обет дают сердца тарантулов. Воля к равенству – вот что должно стать отныне именем добродетели. Да, и эта добродетель называется универсализм. И против всего власть имущего хотим мы поднять свой крик. Вы, проповедники равенства, бессильное безумие тиранов, как так вопиет о равенстве – вас о равенстве, так переодеваются ваши сокровенные желания тиранов в слова добродетели. Справедливость приравнивается к равенству, так говорят все в 17, 18, 19, 20 и 21 веке. Но Заратустра знает, откуда исходит это требование справедливости, из христианства, и потому он один говорит против этого и говорит, что справедливость есть неравенство. Как мы только что говорили, только такое общество, в котором справедливость признается за неравенство, человеческий дух достигает своей высоты. Угрюмое высокомерие, скрытая зависть, быть может, высокомерие и зависть ваших отцов, это прорывается в вас пламенем и безумием мести. И Заратустра теперь говорит нечто самое хорошее, нечто, что нас должно привлечь. То, о чем молчал отец, сказывается в сыне. И часто находил я, что сын есть обнаженная тайна отца. Когда вы читаете Руссо, слышите ли вы там призывы к кровавой революции и убийствам людей и отрезанием голов? А у людей услышали. Да, в детях отражается то, что есть тайна отца. Заратустра говорит, что по делам последователей Руссо мы можем познать, чего именно Руссо на самом деле хотел. То есть Сократ хотел того, что создал Платон? Нет, речь идет о массовости, не об одном философе и другом философе. Речь идет о том, как масса воспринимает дети, это в смысле дети как события, да? Христос существовал, то есть он вот этого ужаса всего хотел. И мы возвращаемся назад, и только один его ученик знал, что будет за ним. И говорит: не-не-не-не-не-не, я знаю, чего это стоит, 30 серебряников. Дайте мне 30 шекелей, и мы утопим этого самого. Я знаю, что вы хотите что-то сказать, но я забегаю вперед и скажу вам. Смотрите внимательно, не судит ли Заратустра самого Ницше? Ибо мы узнаем тайные мечты отца в том, что делают его дети. Да. Я это хотел сказать.
То есть, давайте я перефразирую более красивым вариантом ответа. Руссо не более виновен во французской революции, чем Ницше в нацизме. Вот что говорит Заратустра. И в этом смысле вы же слышите, он все время говорит, после меня войны, как их еще никто никогда не видывал. На вдохновенных похожи они, но не сердце вдохновляет их, а месть. Если они становятся хитрыми и холодными, это не ум, а зависть делает их хитрыми и холодными. Да, то есть Руссо и же с ним хотели отомстить. Ничего больше они не хотели. И эта месть отразилась в их детях, которые физически взяли и отомстили аристократам. Повесили их, например. Или потрубали им головы. Или поубивали их на войне. Или отняли у них все, что есть. Или все вместе взято. Я советую вам почитать Бёрка, который это описывает прекраснее всякого другого человека. Не размышления о французской революции, потому что это было бы читать долго. Это памфлет «Замечания политики союзников по отношению к Франции» 793 года. Ревность приводит их даже на путь мыслителей, и в том отличительная черта их ревности. Всегда они ищут слишком далеко, так что их усталость должна в конце концов лечь спать на снегу. Да, вы помните пример «лечь спать на снегу»? Это пример чего? Русский солдат отличается от западноевропейцев в том, что когда он устает, он просто ложится лицом в снег. Выражение чего это? Безысходность. У этой безысходности есть другое название. И вам про это в школе говорили, когда описывали того самого русского солдата? Нет, как это солдат называется? Патриотизм. Не-не-не-не, это фатализм. Фатализм. Иными словами, эти мстители, что они говорят? Они говорят, что они являются, что они стоят на стороне прогресса и истории. То есть, что их победа неизбежна. Да, вы знаете, что какие ребята так говорят активнее всего, да. То есть они не хотят уже убеждать никого. Они говорят, мне не надо никого убеждать, мы и так победим. Давайте дальше. В каждой их жалобе звучит мщение, в каждой их похвале есть желание причинить страдания. И вы судьями, кажется, им блаженство. Да, естественно, потому что они хотят, как и говорил Заратустра до этого, они знают, что такое добро, что такое зло. И, соответственно, их похвала – это фактически их попытка причесать всех остальных под свою гребенку. Ну так советую я вам, друзья мои, не доверяйте никому, в ком сильное стремление наказывать. И смотрите, только теперь мы понимаем, что Заратустра обращается к своим ученикам. Наказывать, в ком сильное стремление наказывать. Да, кто пытается быть судьей все время? Я называл так же, чтобы не терпеть обиду сразу. Да, но это не наказание. Наказание – это нечто совершенно другое. Вы говорите о быстрой мести. Получается, да, не зависит. Да, конечно. Конечно. Да. Да. Настоящее, не настоящее. Или давайте болезненное и здоровое. Вот так. Благородное и неблагородное. Угу. Это народ дурного сорта и происхождения. В их лицах проглядываются палачи и ищейки. Да, тот, кто хочет изменить мир, но не в смысле желания изменить мир, а в смысле наказать тех, кто ему не нравится. Угу. Не доверяйтесь им тем, кто много говорит о своей справедливости. Поистине их душу не достает не только меду. Да, Заратустра уже учил вас, что ваши добродетели есть только ваша добродетель, и она не может стать добродетелью толпы. Но мстители всегда хотят, чтобы их добродетель оказалась добродетелью толпы. И она всегда оказывается, потому что толпа всегда хочет отомстить. Почему наша добродетель не может стать добродетелем толпы, если толпа как бы и не ведет считая? Это та же самая причина, по которой Заратустра так не любит отребья. Все, что толпа делает своим, делается хуже. Поэтому, когда вы даете толпе свою добродетель, она автоматически делается хуже. И представьте, теперь вы с толпой одним и тем же именем называете то, что не одно и то же. Немного шире. Если бы Руссо был жив во время французской революции, он бы поддержал французскую революцию? Или французская революция схватила бы его наряду со своими отцами? И то же самое вы должны задать по отношению к Ницше. Вопрос, есть ли ценности, которые вы понимаете с коррекцией? Это какие? А допустим, ценность человеческой жизни. Кажется, ценность человеческой жизни проистекает из того, что я не хочу, чтобы меня убили. Верит ли Заратустра в ценность человеческой жизни? Конечно. Только конкретных людей. Ну. Толпа верит в ценность человеческой жизни, подразумевая при этом совершенно иные вещи. Ну, так смотрите. То есть Заратустра и все до него говорят, ценна только та человеческая жизнь, которая является ценной. То есть они говорят, не всякая человеческая жизнь является ценной. Толпа говорит, нет, цена всякая человеческая жизнь. Если они сами себя называют добрыми и праведными, не забывайте, чтобы стать фарисеями, им недостаточно только власти. Ну, естественно, что сделали фарисеи с благородным? Что сделали фарисеи с благородным? Они его
аспекты? Да, естественно. А у меня сюда? Конечно, потому что он был создателем новых ценностей. Ну ладно. Давайте дальше. Друзья мои, не хочу, чтобы вы меня смешивали и путали. Есть такие, что проповедуют мои учения о жизни. И в то же время они проповедники равенства и тарантула. Вот здесь вы узнали этого человека, да? Ну, не конкретного человека. Ну, нет, я узнал конкретного человека. Это Карлиль. Что? Это Карлиль. Есть и такие, которые проповедуют мое учение о жизни. То есть об аристократии, об аристократическом порядке. И в то же время они проповедники равенства и тарантулы. И Карлиль, который говорит, что... Ну, например... Я здесь видел диссерталистов, которые будут потом... Mm-hmm. Учение о жизни. Тоже хорошо. То есть я увидел прошлое, а вы увидели будущее. Они ратуют за жизнь, хотя при этом сидят в своих норах эти ядовитые пауки, отвернувшись от жизни. Так они хотят причинять страдания. Ну, естественно. Заратустра говорит нам, почему они тарантулы. Они все время сидят в своих норах. Не только потому, что они хотят мстить и отмщения, да? Но и потому, что они все время сидят в своих норах. Наслаждаются ли проповедники равенства своей жизнью? Нет. Наслаждался ли Иисус жизнью, да? Вот о чем речь. Тем хотят они причинить страдания, у кого теперь власть. Ибо для них нет ничего лучше проповеди смерти. Будь иначе, тарантулы учили бы иначе. Именно они были когда-то лучшими клеветниками на мир и сжигателями еретиков. Я не хочу, чтобы меня смешивали и путали с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит несправедливость, люди не равны. И они не должны быть равны. Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе? Да, равенство всех – это не цель. Это скорее антицель. То есть это то, что должно активно избегаться, а не то, к чему надо стремиться. По тысячам мостов и тропинок должны протискиваться они к будущему, и пусть между ними будет все больше войны и неравенства. Так заставляет меня говорить моя великая любовь. Изобретателями образов и призраков должны они стать в своей вражде, и этими образами и призраками должны еще, они еще сразиться в величайшей битве. Ну, то есть изобретателями ценностей и идей. Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий, и все имена ценностей – это должно быть оружием и бряцающими знаками того, что жизнь должна всегда снова преодолевать себя. Да, и в этом смысле тарантулы, которые хотят всеобщего равенства, не хотят преодоления, то есть не хотят изменения, не хотят прогресса. Высоту хочет она строить себя столбами и ступенями сама жизнь. То есть что значит жизнь должна снова преодолевать себя? Она должна снова опровергать себя. Снова и снова доказывать себе, что то, что было прежде, не является наилучшим, а наилучшим является следующий шаг. Жизнь, опровергающая себя, это не отсылка к войне? Нет, это не жизнь, побеждающая себя. Это жизнь, которая говорит, так как я жила до этого, жить нельзя. Но проповедники равенства говорят, жить можно каким угодно образом, поэтому всякий образ жизни является равный другим, поэтому каждый образ жизни возможен. В таком случае невозможно никакое преодоление. Высоту хочет она строить себя столбами и ступенями, сама жизнь. Вдали, не дали, хочет стоять она и на блаженные красоты. Для этого ей нужна высота. И так ей нужна высота, нужны ей ступени и противоречия ступеней восходящих. Восходить хочет жизнь и восходя преодолевать себя. Посмотрите, друзья мои, здесь, где нора тарантула, высится развалины древнего храма. Посмотрите на них просветленными глазами. Да, почему развалины древнего храма? Почему не храм целиком? Потому что, когда этот храм возводился, сначала греками, а потом евреями, и те, и другие не верили в равенство. Бог евреев – это не бог равенства. Конечно. И только когда эта религия пала и превратилась в христианство и деградировала, и храмы разрушились, бог христиан стал богом равенства. О чем говорит Заратустра? Религия была всегда. Это не проблема. Просто в последнее время религия стала не такой, какой она была до этого. Религия стала... Даже религия евреев все еще является религией аристократов по отношению ко всем остальным безродным. Но религия христиан – это религия безродных по отношению к аристократам. Ну, поэтому она все равно не смогла избавиться от притеснений других. В конце концов, все ближе и ближе к этому подходит. То есть она сейчас господствует, ее ценности сейчас господствуют, и мы видим, как все больше и больше, ну, или вернее, все меньше и меньше...
не сама догма христианства, типа все равны, но вот есть садомиты, есть грешники. Не-не-не, вы же должны понимать, что не все сразу. А вот теперь есть уже и садомиты, и они равны, есть и грешники, и они равны, есть и мусульмане, и они тоже равны, есть и язычники, с ними тоже все в порядке, никаких проблем нет. Возникает вопрос, это эволюция христианства? Да, конечно. Или это... Ну, это разложение христианства. У профессора Зубова есть даже православного, вот он очень много православий, он с либеральных позиций говорит о нем, он как раз говорит, что все люди, да, они равны, и грешник, он также равен, как и не грешник. Это его выбор, но мы к нему должны относиться с таким же равенством. То есть мы как бы можем осуждать его в рамках его... То, что не соответствует ценности, но он абсолютно такой же человек, и он это где-то его выбор. Ну да, потому что иначе пришлось бы жечь ведьм на улицах, забивать камнями в работающих в воскресенье и резать мусульман, да. Да, потому что, например, вот я, например, патриарх или папа русский, я могу там... Вы не путаете человека, который живет полной жизнью с христианином. Вот. Я всегда говорил вам, что среди попов слишком мало христиан, там сплошные атеисты. То, о чем идет речь, это речь идет о том, ровно о чем говорит Гоббс. Не все равны, а изначальная формула «перед Богом все равны». На фоне гигантского Бога все люди настолько мелки, что разница между ними незаметна. Именно поэтому Заратустра говорит, теперь, когда умер Бог, шкала снова упала вниз, и мы видим, что люди совершенно разные. Да. Но для христиан и для либералов, следующих за христианами, она не является существенной. Помните, что Гоббс говорит? Да, есть сильные люди, есть слабые, есть мужчины, есть женщины, есть дети, есть взрослые. Однако их силами можно абсолютно пренебречь, потому что умирают они одинаково легко. Истинен тот, кто некогда здесь в камне воздвигал свои мысли, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрейшими. Учение о мести есть деградация христианства, которая сама по себе есть деградация более высоких и древних религий. Даже в красоте есть борьба и неравенство, и война за власть и сверхвласть этому учит нас самым явственным образом. Как божественно преломляются здесь в борьбе с водой и арки, как светом и тенью устремляются они против друг друга, божественно стремительные. Да, и это то, о чем вы только что сказали. Но даже если мы посмотрим на христианство, на храм христианства, то есть вы знаете, что называется храмом христианства? Церковь. Ну. Даже если вы посмотрите на церковь, вы найдете там постоянную грызню, борьбу за власть, удушение, отравление, изнасилование, педофилию. Словом, жизнь там бьет ключом. Даже в цитадели христианства жизнь бьет ключом. У меня есть вопрос. Да. Ницше... В частности, именно поэтому Лютер и вся современная Западная Европа так рьяно немножко отходит от христианства. Да? Да? А еще же, почему это не нравится христианству? Некоторые могли себе купить билет, правда, некоторые нет. Да, но это претензии Лютера. Как так получается, что мне не хватает денег на билет в рай? Да? Вот Ницше пытается... Ну, то есть Ницше борется с христианством и с этим, ну, то есть с Сократа, то есть с прошлым. То есть с установками, да. Но более не может победить прошлое. Это тот же вопрос. Как можно будет смириться с тем, что христианство некогда победило и некогда господствовало? Сейчас ответ для Заратустры очень простой. Прошлое будет оправдано в будущем. Если мы преодолеем христианство, у нас получится создать это будущее, то христианство окажется частью этого будущего. То есть он пытается реинкарнировать прошлое в будущее? Нет, оправдать прошлое в будущем. Смотрите, я говорил вам, когда обычный человек смотрит на свою жизнь, он говорит, какой позор. Угу. Когда философ смотрит назад, он смотрит не на свою жизнь, а на все человечество, и говорит, какой позор. Вот как ему перестать стыдиться истории человечества? Пока ответ такой, он должен посмотреть вперед и сказать, вот этот позор будет оправдан тем, что мы из него сделаем. Человек будет оправдан сверхчеловеком. Да, да. Это же Заратустра говорит толпе в самом начале о человеке сверхчеловеке, это говорит он нам в главе об Атрелии и вот сейчас. Но он все равно должен бороться с прошлым, потому как христианство... Нет, это же борьба уже в настоящем и будущем. То есть это не с прошлым борьба. Она сейчас происходит. А Сократ? Так потому что ценности, которые выложил Сократ, господствуют сейчас. Это не с Сократом борьба, а борьба с сократическими ценностями. Понимаешь, что с Сократом бороться нельзя? Даже не выкопать уже, понимаете, проблема-то какая. Да. Для Ницше средневековье
Это, вот интересный вопрос. Оно как бы посредством, получалось, боролось немножко с христианством в какой-то степени. Есть один момент в истории Средневековья, когда все-таки противоположные тенденции, тенденции, противоположные христианству, победили. И победили прямо в сердце христианства, в Риме. Это и есть возрождение. Нет, но... я имею в виду вот это вот аристократизм, вот все, все то, что против, в принципе идейно противоречит христианству. Там каста рыцарей, там благородные войны. Я понимаю, о чем ты. Значит, первое, не все сразу. То есть понятно, что победил-то платоновский проект сословного государства, того самого, о котором мы говорим. Но здесь возникает второе. Благородные рыцари, почему они благородные? Потому что они слабых защищают. Рыцарь занимается тем, что он служит нищим. Это и есть, конечно, христианская победа. Но... То есть понятно, что природа или история в кавычках вносит свои поправки, да? То есть там какие-нибудь христианизированные русичи, они тоже не снимают с себя золотые шапки и встают с коленки с протянутой рукой. Они все равно идут рубить кого-то. Но идея в том, что они идут рубить кого-то ради христианской веры, а не ради собственного обогащения. Или ради защиты народа, а не ради собственного обогащения. Гой, тут укусил меня самого Тарантул, мой старый враг. Божественно уверенно и прекрасно укусил он меня в палец. Я напомню вам, что в прошлой главе Заратустру тоже кто-то укусил. Теперь, в отличие от прошлого раза, он не объясняет ученикам ничего. В прошлый раз он четко объяснил, как здесь быть. В этот раз он ничего не говорит. Но он объяснял не да. Заратустру говорит, вот нора тарантула. Потыкайте пальцем в тарантула. И тыкает пальцем в нору. Вот выскочит тарантул и укусит вас. И тарантул выскакивает и кусает Заратустру. Теперь Заратустру должен объяснить, как он укушенный тарантулом, то есть отравленный ядом мести, не отравляется. Угу. Должно быть наказание и справедливость, думает так он. Не бить недаром же ему петь здесь гимны в честь вражды. Да, он отомстил за себя. И горе, тебе мщением заставит он кружиться и мою душу. Да, мщением заставит он кружиться и мою душу. Но чтобы не стал я кружиться, друзья мои, повяжите меня покрепче к этому столбу. Уж лучше хочу я быть столбником, чем вихрем мщения. Да, остановитесь. Куда эта отсылка? Во что эта отсылка? Не знаю, у меня Одиссея. Как? Никуда больше не может быть других отсылок. Это отсылка к Одиссею и Сиренам. Угу. Только теперь это не Одиссея и Сирена, а Заратустра и Тарантул. То есть... Одиссей хотел услышать пение сирен. Нет, он не хотел услышать пение сирен, потому что он знал... Хотел. Нет, Одиссей не хотел. Его повязали... Он же говорил, залейте мне воск в уши. Он не хотел, потому что он знал, что сделают сирены своим пением. Заратустра хочет. Но теперь, когда он хочет, он как раз хочет, чтобы его привязали к столбу, и он не стал кружиться. Вспомните еще, чего избежал Одиссей. Какое было его следующее приключение? Он выпил колдуньи, которая... Вот. Самое важное. Помните? Цирцея. Цирцея. Она превратила его спутников в свиней. И тогда ему помогает Гермес. Помните, кто такой Гермес? Песня богов. Помните, что у Гермеса в руках? Посох Асклепия. Да. Посох Асклепия, правильно. Для Ницше, особенно в позднейшие моменты его жизни, в черновиках и набросках появится мотив. Мораль как Цирцея для философов. Мораль превращает философов в свиней. Мораль превращает людей в свиней. И в этом смысле он как Одиссей, и Заратустра как его Гермес. Поэтому и посох... Посох, да, конечно. Поистине не вихрь и не смерч Заратустра, а если он и танцор, то никак не танцор Тарантелла. Так говорил Заратустра. Ну, понятно почему, да, Тарантеллы? Потому что Тарантеллы, да. На севере Италии, где, собственно, тарантеллы в основном и живут, и обитают, считалось, что Тарантелла – это способ спастись от укуса Тарантелла. Ну, поэтому он и называется. Да, да. Но Заратустра не собирается танцевать Тарантеллу, он собирается быть привязанным к столбу. Что ж, нас ждет с вами следующая речь. Прославленных мудрецах. Речи 8-12, то есть начиная с этого и заканчивая 12-й речью, это речи, посвященные мудрости. И Заратустра больше не обращается к своим ученикам, он обращается к мудрым и мудрейшим. Народу служили вы и народному суеверию. Вы все прославленные мудрецы, а не истине. И потому только платили вам почтение.
И еще потому выносили ваше неверие, что было оно острословием и окольным путем к народу. Да, достаточно. Мы уже читали отрывок из «По ту сторону добра и зла», где Ницше прямо говорит, что на самом деле все философы лишь воплощали народные предрассудки. То есть, что их постулаты, которые они не оценивали и которые лежали в основании их философии, на самом деле были народными предрассудками. Заратустра и Ницше первый, кто пытается им противостоять. Помните, мораль – это цирцея для философов. Мораль возникает из народа, мораль всегда коллективна. И в этом смысле первый шаг к тому, чтобы из свиньи стать человеком – освободиться от морали. Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешаясь над их своей волей. Но ненавистен народу, как волк собакам, свободный ум враг цепей, кто не молится и не живет, и живет в лесах. Да, от чего свободен свободный ум? Теперь мы знаем от чего. От предрассудков философов, которые на самом деле являются хотя бы отчасти предрассудками толпы, предрассудками народа. И кто не молится и не живет в лесах, кто не отшельник. Да? Угу. Если вы хотите подробнее узнать о предрассудках философов, вы должны сделать что? Открыть первую главу «По ту сторону добра и зла», которая так и называется. Там Ницше излагает это дело куда более подробно, чем здесь. Выгнать его из убежища – это называлось всегда у народа чувство справедливости. На него он еще натравливает самых зубастых собак. «Истина здесь, ибо здесь народ, горе, горе имущему» – так звучало истое. «Свой народ хотели вы оправдать в его поклонении, это называли бы более к истине, вы прославленные мудрецы. И ваше сердце всегда говорило себе, из народа вышел я, оттуда же не зашел на меня глаз Бога. Упрямые и умные, подобно ослам, вы всегда были ходатаями за народ. И немало властителей, желавших ладить с народом, впрягали впереди своих коней». Еще осленка прославленного мудреца. Вы знаете, о ком идет речь? Кто такой, давайте, не просто властитель, а посвященный властитель, который впрягает перед собой? Фридрих? Конечно. То есть Заратустра фиксирует для нас начало гибели монархии. Когда философ, наполненный народными предрассудками, становится идеологом для государства. С этого начинается идея просвещенной монархии. Монархия, которая заботится о народе. А, вопрос. Получается, при Ницше уже монархии деградировали, и вот возникает вопрос. Значит, философы, которые пришли к монархам, полные народных воззрений, привели к постепенному уничтожению монархии. А может Ницше быть суммой предрассудка своего времени? Нет, потому что сам себя он называет свободный ум. Он как раз свободен от философских предрассудков. Это понятно. Для этого вы должны открыть первую главу «По ту сторону добра и зла», посмотреть, что Ницше перечисляет в числе предрассудков философов. Но первое и самое главное, речь идет о том, что философы принимают моральные основания собственных философий, не обсуждая их. То есть они заранее знают, что такое добро и что такое зло. И уже отсюда отталкиваясь, ну, например, английские утилитаристы. Номер один для Ницше пример. То есть эти ребята знают, что жить – это хорошо, а умирать – это плохо. Вот откуда они об этом знают? Они вообще не думают. Зато они строят целые философии по поводу того, чтобы объяснить, что надо жить хорошо, а умирать – плохо. А теперь хотелось бы мне, поставленные мудрецы, чтобы вы, наконец, совсем сбросили шкуру льва. Осел в шкуре льва – это, по-моему, классический античный сюжет. Не могу вспомнить откуда, но все равно. Но Заратустра-то не столько про это говорит, сколько про то, что лев – это, собственно, и есть испытатель, нигилист и свободный дух. Пёструю шкуру хищного зверя и космы следующего, ищущего, завоевывающего. Да, лев-отрицатель, он ищет, а знаменитые мудрецы прошлого только притворяются, что ищут, потому что они уже все нашли и оправдывают народные предрассудки. Они никогда не становились львами, они всегда были верблюдами. То есть они как бы были философами, искателями истины, но все истины, которые они ищут, они уже давно нашли и взяли их прямо из народа. Как, чтобы научился и верить в вашу правдивость, вам надо сперва разрушить вашу волю к поклонению. Правдивый, так называю я того, кто идет в пустыне, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовый поклониться. На желтом песке, полимый солнцем, жадно косится он на богатые источниками острова,
Если живое отдыхает под тенью деревьев. Требования равенства, возникающие в голове толпы или возникающие на руках толпы, возникают из трудов философов, которые, естественно, подчерпывают их прямо из головы толпы. Но жажда не может заставить его стать похожим на этих хорошо устроившихся, ибо где есть оазисы, там и есть идолы. Голодный, сильный, одинокий, безбожный, такой хочет быть воля льва. Свободная от части рабов, избавленная от богов и поклонения, бесстрашная и наводящая страх, великая и одинокая, такова воля правдивого. В пустыне истые жили правдивые, свободные умы, как господа пустыни, а в городах живут хорошо откормленные, прославленные мудрецы, вьючные животные. Да, в частности, слава при жизни доказывает, что они связаны с толпой, а не с поиском истины. Популярность – это всегда популярность у толпы. Ну, это большая проблема. То есть, если вы популярны сейчас, это уже доказательство того, что с вами что-то не так. Что вы льстите толпе. Всегда тянут они, как остыть телегу народа. Не то, чтобы я сердился на них из-за этого, но слугами остаются они для меня изображенными, даже если сверкают золотой сбруей. Часто бывали они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так говорит добродетель. Если должен ты быть слугой, ищи того, кому твоя служба всего полезнее. Дух и добродетель твоего господина должны расти от того, что ты его слуга. Так будешь ты расти сам вместе с его духом и его добродетелем. И поистине вы прославленные мудрецы, вы слуги народа. Вы сами росли вместе с духом и добродетелем народа, а народ через вас. К вашей чести говорю я это. Да, современная демократическая революция – это не вина народа, но вина философов. Почему? Потому что они аккумулировали себе предрассудки. Да, потому что те предрассудки, которые они нашли у народа, они сделали все сильнее и сильнее и сильнее. И так рос дух народа и его притязание на власть. Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях, близоруким народом, который не знает, что такое дух. Дух есть жизнь, которая сама режет по-живому, собственным страданием увеличивает она свое знание. Ну, то есть постоянно себя преодолевает, да. Знали ли вы уже это? И счастье духа в том, чтобы помазанным быть и освященным слезами на заклание. Неужели... Нет, знали ли вы уже это? Знали ли вы уже это? И слепота слепого и его искание ощупью свидетельствуют о силе солнца, на которое он глядел. Знали ли вы уже это? С помощью гор должен учиться строить познающий. Остановитесь. Предыдущая фраза. Понимаете ли вы ее смысл? И слепота слепого, и искание ощупью свидетельствует о силе солнца, на которую он глядел. А откуда этот образ, ослепляющее солнце, у ищущего, у философа? Платон. Конечно, конечно. Да, когда он выходит из пещеры, и Сократ говорит, нельзя сразу смотреть на солнце, надо смотреть сначала на тени, потом на отражение и так далее, и так далее, и так далее, чтобы глаза привыкли. Ницше говорит, смотрите, вот доказательство того, что ты смотрел на солнце, ты ни черта не видишь. Философы, полные народных предрассудков, знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Они не проходили стадию нигилизма. Они никогда не искали истину. Философы, которые искали истину, смотрели на солнце. Они ни черта не видят. В этом смысле они нигилисты. Мало того, что дух движет горами, знали ли вы уже это? Вы знаете только искра духа, но не видите вы наковальни, которой является он и жестокости его молота. Поистине вы не знаете гордости духа, но еще менее вынесли бы вы скромность духа, если бы однажды захотела она говорить. Никогда не могли бы бросить свой дух в снежную яму, вы недостаточно горячи для этого. Оттого и не знаете вы восторгов или холода. Ну, Заратустра обвиняет прославленных мудрецов в том, что они всегда гнались за популярностью. То есть, опять же, смотрите, это обвинение против всех, кроме одного. И вы знаете, почему это обвинение против всех, кроме одного? Потому что вы считали о популярных предрассудках философов. Все философы следовали популярным предрассудкам, кроме одного. И он один имел антипопулярные предрассудки. Если толпа верит своим чувствам и строит чувственный мир, и философы вслед за ней строят чувственный мир, только Платон один говорил, нет, настоящий мир – это не чувственный мир. Настоящий мир как раз античувственный. Угу.
Но во всем обходитесь вы, по-моему, слишком запросто с духом. И из мудрости часто делали вы богадельню и больницу для плохих поэтов. Вы не орлы от того, и не испытывали вы счастья в исходе духа. А кто не птица, не должен гнездиться над безднами. Вы кажетесь не теплыми, но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как льются самые глубокие источники духа. Наслаждение для горячих рук и для тех, кто действует. Почтенные, стоите вы тут строгие, с прямыми спинами, прославленные мудрецы. Вами не движет могучий ветер воли. Видели вы когда-нибудь пару, всплывающую по морю, округленной, надутой ветром и дрожащей от пары ветра? Да, почтенные, стоите вы тут строгие, с прямыми спинами, подразумевается, что они никуда не двигаются, они не изменяются. У них законченная философия, они создали систему, как Кант и Гегель. И эта система объяла собой все, она не нуждается в изменениях, дополнениях, поправках и так далее, и так далее, и так далее. Но Заратустра говорит им, постоянное изменение – это лицо философии. Надутый парус. Подобно парусу, дрожащему от порывов духа, проходит по морю моя мудрость, моя дикая мудрость. Дикая мудрость, да, все еще о дикой мудрости. Но вы, слуги народа, вы, прославленные мудрецы, как могли бы вы идти со мной? Так говорил Заратустра. Да. На этом мы пока остановимся, и дальше нас ждут три песни.